Приезду, конечно, предъявляются, в том числе связанные с уровнем компетентности сотрудников на местах. И все-таки сегодня Росреестр работает быстрее и качественнее, чем вчера. Например, в 2014 году в электронном виде было оказано 28% услуг по кадастровому учету. В 2013 году этот показатель съебался, прикинь? Он не съебался. Он либо уснул, либо тормоза. Сделал. Посмотри, он сейчас там это, блядь. Олег, сейчас взорвется или еще что-нибудь надо. Вы знаете, что именно сегодня, 4 августа, отмечается день гостя. Бля, красавчик. Бля, камера есть.
again. Here they come again. Температура воздуха составляет от 0 до минус 2 градусов. Днем ожидается от 7 до 9 градусов выше 0. Переменная облачность, небольшой дождь, хорошая погода. Слушайте Ретро-ФМ. Погода на Ретро-ФМ.
Красноярский прогноз погоды на Ретро-ФМ представляет ресторан русско-дворянской кухни «Барышня». Скидка при заказе блюд на вынос 20% 200.